В окружении стервятников и дыма от тлеющего мусора венесуэльские мигранты роются на свалке в поисках еды и любых других ценных вещей. Это место находится в бразильском регионе Пакарайма, который граничит с Венесуэлой. Здесь в бедственном положении оказались тысячи венесуэльцев. Бежав из своей страны от нищеты и сильнейшего экономического кризиса, они оказались здесь без работы и средств к существованию. В этом регионе трудоустроиться очень сложно. Однако у мигрантов нет денег на дорогу в другие бразильские города. Цель в том, чтобы отсюда уехать. Никто не хочет здесь остаться на всю жизнь и рыться в мусоре. Цель — найти что-то лучшее, но это очень сложно. Президент Мадуро сказал, что в Венесуэле нет проблем. Однако у нас в Пакарайме очень много проблем. Мы хотим вернуться в нашу страну, но его действия не позволяют нам этого сделать. Мусоровоз приезжает дважды в день. К нему сразу же устремляются десятки человек. Поиски иногда продолжаются до глубокой ночи. Мне нужна работа. В условиях, в которых я живу, сложно арендовать жилье. Каждую ночь я молюсь, чтобы мне удалось вырваться из этого места. Иногда находим немного муки и бобов. Что еще? Одна женщина нашла там спагетти. Сегодня утром мне попалось немного масла. В регион Пакарайма уже прибыли десятки тысяч беженцев. Здесь находится единственный дорожный пункт КПП, соединяющий две страны. В целом же за время экономического спада из Венесуэлы бежало около 3 700 000 человек. Большая часть отправилась в соседнюю Колумбию.